Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Days Gone. Ой, будь я здоров, спасибо. Мы с вами покемарили. Утро, как вы уже успели заметить, и прёмся на покорение новых высот. Бутылочку, естественно, заберем. Так, а вот здесь. Ага. Все забрали? Да, все забрали. Сейчас я посмотрю на карту, все ли мы с вами зачистили. И если все зачистили, то будем уже двигаться на юг. Тот самый юг, в котором, с ваших слов, большие орды. Давайте смотреть. Ну да, мы с вами молодцы. Представляете? Все почистили. Здесь можно жить, размножаться, детишек приводить на разные аттракционы. Итак, мы, где мы? Мы, вот они. Здесь что? Здесь зараженная зона. Тогда здесь объект исследования Нера с озерной железной дороги, да? Ну, я тогда предлагаю переместиться вот сюда. Да? А оттуда пойдем уже гнезда чистить. И чистить наши пути, потому что нам нужен быстрый переход. Без быстрого перехода жизни нету. Ну, я думаю, что вот сюда, да, на блокпост заедем. У нас с вами опыт, благо, имеется в уничтожении всей этой ерунды. Оу. Так. Тихо. Забирай. Вот так, прекрасно. Быстрое сохранение, да. Давай, Сент-Джонс. Ну-ка. Во. Чё, с железки будем съезжать? О, до свидания, медведь. До свидания. Ты в мои планы не входишь, извини. Я напомню, что у нас снова пулемет с вами есть. Мы его, естественно, будем пробовать. Посмотрим, какой он в деле. Где он? Кто это? Громила, иди лесом, Громила. Я не хочу с тобой разговаривать, ты меня бесишь, Громила. Вы меня и так унизили в прошлой серии. Вот, это наши друзья. У нас получилось. Так, а где они? Он бежит? Давайте я сейчас сохранюсь. И посмотрю... Что он там? Кто там? Что там происходит вообще? Он далеко. Нет. Это нам не надо совершенно. Едем дальше, ибо путь наш лежит на 80 метров вперед. Пролегает на 80 метров вперед. Полицейская машина. Но мы с вами вооружены, в принципе. Нам-то что? Я очень надеюсь на то. Восстановить энергоснабжение. Угу. Прекрасно. А электричество здесь... Не электричество? Какое электричество? Я не про электричество говорю. Я говорю о том, срезали ли мы... А вот и ответ на наш вопрос. Срезали ли мы ответ на наш вопрос, друзья? Понимаете, какая прекрасная рифма. Ну что, сейчас посмотрим, насколько мы аккуратны, прошарены в вопросах срезки этих самых громкоговорителей, которые вызывают подозрения. Давайте суетиться не будем, потому что ну его в баню. Ты больные, сейчас припрутся. С другой стороны. Даже если они сюда припрутся, здесь есть что взорвать. Правильно. Поэтому смотрим. Я вот отсюда вижу. Ну-ка. Я его снял? Есть. Прекрасно, я доволен. Эти матюкальники могут быть очень подлючие, вы знаете.
Мы вроде как его могли снять, а где-то недалеко еще что-то есть. Что это за звуки? Что это за звуки? А? Это никуда не годится. Совершенно. Что здесь есть? Ну, что? Патроны для автомата. Ну нет, но это, конечно, нерационально совершенно. Везде пойдет. Вскрывать машину сейчас было совершенно нерационально, неразумно. Ну ладно. Бери стаканчики, пластики. Вот здесь что-то я не вижу этих призывалку вот эту, которая орет там. Леди и джентльмены, будьте добры, будьте любезны и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну ладно. Здесь. Тут в ящиках ничего нету, да? Как в каноничных хоррорах. А вот здесь что? А я слышу звуки. Он внизу, что ли? Ну, вот это никуда не годится совершенно. Так. То есть получается, что у них там штаб-квартира, что ли? Видимо, да. Видимо, да. Хорошо, ладно. Давайте топляк искать. А то мы так очень долго здесь будем лазить. Топливо. Топливо, ты где? Здесь мы были? Были, здесь же мы срезали. Топливо! Че это такое, я не понял. Что за новости? У нас столько свободных ресурсов, да? Ну вот мы сейчас керосины заберем. И вот здесь скрафтим себе молотов коктейл. А, бензин. Где бензин? Чтобы запустить этот раз прекрасный блокпост. А то я что-то увлекся. А я бензин здесь не вижу. Да? Или он внизу? Ну здесь явно все создано для подрыва, да, вы видите? Явно, явно. Давайте. АМГ наш возьмем. Смотрите. Как интересно. Есть. Вот так. Трофей. Хм. Интересно. Давайте посмотрим. По идее, они здесь должны быть. Интересно. Очень интересно. Почему в дневное время здесь нету? Точно. Я ведь... Не все гнезда в этом месте выжег. Подожди, а... Использовать лестницу? А это что? Не понял я. А-а-а, тоннель. Вон оно что. Ясно. Я думал, это... Ладно, остальные сожгу потом. Какое-то технологическое отверстие специальное. Да, замечательно. Вшел второй час, а я до сих пор не нашел вот тут, как он называется. Бензин. Прям радует меня все это неистово. Здесь я был, здесь бензина нету. Где,
сидит, лазит, бегает, прыгает. Восстановить энергоснабжение. Нера, это все прекрасно, только где мне его взять-то? Если бензина нифига нету. А? Нет тока, ну конечно. Ну конечно, да. Конечно, забирай. Хорошо. Здесь, я думаю, да? Я думаю, что да, может здесь что-то есть. И самое главное, что я и трансформатор-то найти не могу. Здесь тоже все поотстреливал. Интересно. Очень интересно, да. Так, вот он трансформатор. Его нашел. Прекрасно, я счастлив. Здесь отстрелил? Ну, вроде да. А бензин где? Почему нет бензина? Сюда приедут уважаемые люди. Дикон Сент-Джонс. Игра, ну что за фигня? Скажи мне. Почему нет бензина? А? Где его искать, этот бензин? Отправляться на мотоцикле за бензином бессмысленно, потому что канистру я с собой не привезу. Она у меня тупо не уместится. Так, надо осмотреться. А что мы ищем? И что это? Сент-Джонс, что мы опять ищем? Ладно, посмотрим. Есть. Что есть? И что дальше? Ну давай вот это заберем, ладно, уговорил. Возьмем. Что дальше? Вот тут что-то еще впереди. Что мы ищем? Объясни мне. Ну и что? Может тут бензин будет? Нет, нет, это в той стороне. Сент-Джонс, меня бензин интересует. Нету? Да. Ну, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Чего? Какие-то заложники очередные. Так, идите лесом. Хотя, стоп, там же может быть лагерь какой-то, да? Не-а, не туда. Сборище бродяг и убийц. Пристрелят и имени не спросят. Угу. Я нашел какой-то лагерь. Кто это такие вообще? Давайте посмотрим, что это. Это что? Сюжетная линия. Прекрасно. Вот. У нас другая сюжетная линия. Это топливо? Покажитесь, Алёша. Да нету никого. Ну вы чё? Ну серьезно. А это кто? Кто там? Это враг. Это враг. А сколько вас там, интересно?
Покажитесь. Но покажитесь, алло. Ну чё мне моё орлиное зрение? Никак. Угу. Прекрасно. А, вот она ты. Я думаю, кто там по мне палит? Ну хоть шо, давай. Я тоже перезаряжаю. Черт, вылези. Мне хэдшот нужен. Я полечился? Сколько их здесь? Вроде все. Прекрасно. Помоги, эй, помоги! Да сейчас, помоги, не ори. Мне. Не ори. Я пойду посмотрю, что там. И приду. Чё ты плачешь? Облутаю и вернусь. Осколочная граната. Короче. Ближайшая горючка в этом лагере. Прекрасно. Не, ну может где-то там поблизости есть, я не знаю. Я допускаю, что я что-то там не увидел. Успокойся, не суетись. Где здесь? Еще что-то здесь? А, вот же, трупаки. Давай теперь ты. Хорошо. Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Лагерь? Да. Где? Ну, покажи. Я пойду. Ктакер. Ой, Ктакер. Не-не-не-не. Кто? Ага. Wizardland, Diamondland. Давайте в Diamond Lake его отправим, чё. Diamond Lake. Иди туда, спроси Рассела. О, чёрт. Угу. Я думал, мне конец. Не-не, всё нормально. Огромное. Огромное тебе спасибо. Да, иди, скажи, родной. Это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться. Никому, да и мне в том числе. Забрали. Ну что, пойдемте. Мы очень благородным образом раздобыли топливо. Прям вообще, да, чела какого-то спасли непонятного. Я удовлетворен. Мы заправим мотоцикл, а остатки зальем в дизель. Все как обычно. Но я вру, не как обычно. А то я вот в прошлый раз взял и залил сперва в дизель, а потом в мотоцикл. Бывает, бывает, бывает. Давай, Сент-Джонс. Сент-Джонс, будь добр, пожалуйста, да. Угу. Вот так. А там... пост. Вот. Впереди вот здесь. На нем ничего нету, разве? Нету. Это я такой шустрый, друзья мои, как вы думаете? Давай, дизелечек, заливайся. Канистры мне здесь нравятся, они бездонные просто. Льёшь, льёшь, льёшь. И ничего не происходит. Ну что, давайте сохранимся. На всякий случай. И сейчас эти матюкальники начнут орать. Пойдемте. Но. Ну что там у нас? Зеленый свет. Зеленые, это хорошо. Черт, сейчас они все сюда сбегутся. Где? Это последний. Ага. Посмотрим. Не увидел. Не увидел. Так. И тут регистратор на... Хочу это слушать. О, нет. Отступать некуда. Некуда бежать. Боец. Черт, не подходи к этой двери. Отсюда не выбраться. Нет выхода. О, нет. Я серьезно. Это не дезертирство. Куда бежать? Куда? Боже, помоги. Чудесно. Господи,
Вот это приверженность долгу. Угу. Хорошо, а... Я, короче, умудрился... О, сколько тут. Так, вы надоели мне уже, бегуны, лизуны. Оу-оу-оу. Так, Хэнзон, нам надо хилиться. Да ты посмотри, а. Ай, блин, не то нажал. Не то нажал. Но это опять такой же косяк, как и в прошлой серии. Пошел ты. Так. Я, знаете, что думаю? Давайте я, наверное, вот это использую. Угу. Как же он меня, этот спринтер, бесит, а? Я промазал. Сент-Джонс, вставай, вставай. Давай, родной, беги. Ну, это сам, конечно, виноват. Хорошо. Да не фугас мне нужен, не фугас. Где этот коктейль? Попал? Неужели попал? Так. Фиг с ним. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хилимся. Так их двое тут. Замечательно. Я вообще куда-то непонятно пришел. Опять, опять я кувыркаюсь, и он меня ловит. Это вообще офигеть можно. Я балдею. Давай, Сент-Джонс. Перезаряжайся. Ага. Пошел ты. Куда он делся? Где он? Ага. Я аж видели, сам от экрана отпрянул. Не-не-не-не, родной, ты чё? Промазал я, промазал, да, это я сам. Не-не-не-не-не-не. Да ёлки-палки, ты достал уже, ну вот серьезно. Опять я промазал. Пошел ты. Пошел ты. Промазал. Ладно, сейчас будем концентрацию использовать. Угу. Ты перезарядил, Сент-Джонс? Этот гаденыш. Когда этот скрип срабатывает, объясните мне, а? Попал. Все? Как вон тебе? Оно что. Ему нормально. Ну, какие приключения у нас с вами. Все. Реакцию не получилось потренировать.
Но мы их убили, но... Они такие душные, я хочу сказать. Душные. Господи, ты что хочешь, недоразумение? Там дальше. Еще спринтеры. Да ну вас нафиг. Нет, это не спринтеры. Это меня радует, кстати, что это не спринтеры. Где вы там? Алло. Сент-Джонс, ну давай, поменяй, пожалуйста. Все? Но это был не хедшот. Это был не хедшот. Давай сюда зайдем, что ли. Здесь есть этот стимулятор, или как он называется? О, патрон, отлично. Подождите, а меня очень сильно интересует в белый ящик вот этот. Ну, мы сейчас будем прокачивать, наверное, что у нас? Концентрацию. Давайте, чё. Ну, мы подзадержались на этом посту. Блокпост на дороге, да. Таким так, образом, надо собраться. У нас с вами сколько? Ну, время 20 минут 7 вечера, друзья мои. Мы с вами будем спать. Потому что я не вижу, честно говоря, смысла ехать. Уже вечер, они тут как сумасшедшие активизировались. А потом пойдем выжигать гнезда. Они тут рядом. Все эти гнезда. Ну, судя по карте, во всяком случае. Может быть, по факту нет. Но я не думаю, что они далеко. Не думаю. Let the music play. You won't get away. Можно снова в бой. Можно, Сент-Джон. Все спят, поэтому сейчас займемся. Давай. Сколько? 7.06. Отлично. Вот сюда я ставлю метку, и мы с тобой туда отправляемся. Где наш мотоцикл? Сколько он скажет? Скажет 138 метров? Впереди где-то. Слушай, ну уже утро, тебе уж сдохнуть пора. Но это, видимо... Стоп. Орда, хрен с ней. То есть... Так. Что это значит? Откуда-то отсюда я вылез, правильно? Где-то здесь был выход. Помните, когда я вниз спустился в коллектор или что это было? Ну-ка. Сейчас пойду, я посмотрю. Вот. Это то? Нет, это не то. Она надо мной, эта орда. Не орда, вернее, а гнездо. Да, надо мной, только... Каким образом туда спуститься? Вот в чем вопрос. Неужели нельзя... А откуда я тогда вышел в прошлый раз? Объясните мне, пожалуйста. О, видите, тут еще и топливо есть. И в лагерь не надо было идти. Но мы благородно сходили, что там говорить. Она в начале была, этот, она вернее, он, выход этот. Я что-то не помню. Ну-ка, давайте в начало сейчас мотанемся. Вы же помните, мы просто поднялись по лестнице и вышли, и все. И мне абсолютно вот эти сложности сейчас непонятны. Че ее найти-то не могу? Ну-ка. Здесь? Ну, здесь вообще выхода никуда нету. Это что, юмор такой? Игра, ты очень... У тебя очень хорошее чувство юмора, я ценю, да. Right.
Так кто там, банши? Или не банши? Нет, это банши. Угу. Я думал, это спринтер. Ну и как это понимать? Нет, здесь же была дверь, я ж вышел отсюда. Ну ладно. Раз игра настаивает, пойдемте вниз. Это вот здесь было же, по-моему, слева, да? Ну как спустились. Вот здесь, да. И по вот этому коллектору поднялись. Ну-ка. Да. Ну идемте, чё. Идемте, идемте, идемте. Продолжать наши занимательные приключения. Ну-ка. Свет. Здесь орды нету, что ли? Сейчас же вроде самый раз. День. Почему они не в пещере? Это очень странно. Прям очень-очень. Ну и? Вот это гнездо, это не похож на гнездо. Вот совершенно не похож. Ну и? Подождите. Сюда нужно наверх, что ли, подняться? Я серьезно не понимаю. Внизу здесь ничего нету. Ну давайте попробуем подняться, если это возможно. Мотоцикл на том конце тоннеля у меня, да? Короче, этот выход в итоге есть. И он не сверх, и он снизу нужно спуститься. Я что-то решил, что зачистить все гнезда. Где гнездо? Что тут, глушак будет или металлолом? Так, это глушак. Вы мне писали в комментариях, что... По-моему, в какой-то из серий, что надо куда-то сюда наверх подняться. Давайте посмотрим, что. Я, честно говоря, вот совершенно не понимаю, как это сделать пока. Угу, здорово. Отсюда наверх подняться можно? Регион 97-я трасса. Давайте попробуем. Орда. Орда? Я орду обнаружил, да? Какой я молодец. Офигеть. Тут орда есть. Я думаю, что это она и есть. Пойдемте, чё. Посмотрим, сколько их там голов. Интересно, она большая? Сейчас посмотрим. Да, она большая. Сгорел кто-нибудь из них? Она большая, да. Че, уехали мы? Ну да, уехали, да. Бродяги, что вы тут дышите, а? Давайте, разбирайтесь. А я сейчас вернусь и сожгу их всех нафиг.
Орда. Так, вот только спринтера мне не хватало. Свали в туман, спринтер. А почему она, эта орда, не загорелась? Индикация этой орды не появилась. Мне вот интересно. Скажите мне на милость. Ну ладно. Сейчас решим с ней вопрос, что. С этой ордой. Там она троих ухандохала, да, эта орда? Ту-ту-ту-ту-ту. На-н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 а. Они идут! Они идут! На-на-на-на-на-на-на-на-на. Так. Пожалуйста. 5 у меня только их, да? Сколько их там? Ну, немного. Я думал, их больше здесь будет. Мальчики! Я сейчас вас сожгу. Вы в курсе вообще? Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Идите, идите, пупсики, вернитесь. А я вас сожгу. Только почему-то не показывает, сколько там. Видимо, так задумано. Ща, они скучкуются. Это очень плохо, что они так вот идут. Неорганизованной колонной. Так, господа, вас ждет ваш этот, пещера. Идите, идите. Серьезные дела сразу не решаются, да. Сейчас сожгу. Та-т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 а. Непонятно просто, сколько там, полоски нету. Так, этого мы сейчас отдельно выведем из строя. Уничтожить орду. Покажите мне полоску. Хорошо. Где? Он где-то здесь ходит. И плохо то, что я его не вижу. Видите, да? Вы видите, что я его не вижу. Угу. А там хорошо сгорело. Очень хорошо. Сидят. Сент-Джонс, уходим. Снова сюда. Без индикатора неудобно. Ну вот серьезно, непонятно сколько их. Алёша, вас сколько? Вас много? Мало? Что это, последние? Нет, не последние. Но они, видимо, часть все равно в пещере остались. Но нет, я думал, что... Другие мои сердечные, так дело не пойдет. Я хочу вас сразу всех сжечь, понимаете? Вот сразу. Вам что, жалко выйти, чтобы я вас убил всех сразу?
Ну, хочу сказать, что, кстати, между пулеметами там особой разницы нету. Ну, а МДЖ там вроде как нам дали за пальбу по орде, поэтому неплохо. Ух ты. Ну и... А, все. Зона орды. 63%. И как? А еще, кстати, я знаете, что видел? Что периодически пишут орда, насколько голов орда. Вот как узнать количество орды, сколько там ее? Я примерно все это на глаз оцениваю, друзья мои. Вот серьезно. Давайте, что? Это они тут питались? Да, питались. Неплохо они, надо сказать, питаются. Такой мясной у них рацион, да. А отсюда я выйду до вот этого вот гнезда, которое я ищу. Ну, конечно же, я никуда отсюда не выйду. Что там говорить? Это фантазии. Не видно, без полоски неинтересно. Ты хотя бы понимаешь, сколько ты сжег. И вообще, имело ли смысл жечь? Если бы писали, сколько фриканов в орде было бы. Не в Microsoft Word. Фриканов в орде. Ладно. Сохранимся. Там этих чуваков я лутать не хочу. Желания особого нет. У которых орда порезала. Может быть, вот так получится проехать каким-то образом. Давайте посмотрим. Ну-ка. Нет. Давайте попробуем все-таки еще разок через тоннель. А там уже и попробуем сверху, что ли. Очень вот эти моменты непонятные, честно говоря. Это прям напрягает. Тратишь время для того, чтобы понять путь. Ну зачем это? Покажите нормально маркером. Да, да, вот так вот и шарахайся. Давайте посмотрим еще. Как, может, отсюда можно? Вот сюда как-то заехать, что ли? Может так? Ну-ка. Вот. Здесь, да, гнездовье. Раз чудесных граждан. Ну ладно, сейчас зачистим. Давайте вот так его поставим, моцак. Сохранимся, чтобы не пришлось сюда еще раз ехать. Пойдемте. Скажем гражданам здравствуйте. Служба зачисток гнезд пришла. Где оно? Ну вот же оно, Сент-Джонс, да? Я ж правильно понимаю, это оно? Да? Чё, сдохли? Отдыхай. Ты тоже отдыхай. Господи, ты что хочешь? Я слышал человеческие голоса. Так, оружия здесь никакого нет. Ну, пепел, ясно. Слушайте, ну здесь так неплохо по луту, я хочу сказать. Бутыль вон есть. Столь нужный нам. Керосин. Нормально. Чтоб коктейли Молотова крафтить. Ну чё, нам это... нам эта игра компенсировала. Ну забирай, Сент Джонс. А-а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 . 100 метров впереди, да? Ну пойдемте. Здесь ничего нету? Керосин.
ну как это, ну как это мы не сделаем с вами напальмовый коктейль? Мы сделаем с вами напальмовый коктейль. Это гнездо? Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. А чё оно? Ну чё, вылезли они? Все сдохли, Алёша. Чё у вас тут осталось? Дайте я посмотрю. Сент-Джонс, фонарь включи. Пепел. Игра, компенсируй мне, пожалуйста, коктейль Молотова, будь добра. Ну ладно, я понял, не в этот раз. Угу. Перезаряжай. Сент-Джон. Что у нас тут осталось? Зараженная зона на ранчо. А где ранчо? А ранчо вон там наверху. А как туда попасть? На это ранчо. Давайте попробуем попасть на ранчо. Так, сейчас. Моцак, где ты? Моцак мой. Ёлки-палки, далеко я его поставил. Нельзя так. Нельзя. Ну давайте посмотрим, куда у нас притащит дорога. Это что? А-а-а, вон оно как. Это тот самый Лагер Неро. Красиво, да? Вообще прям по классике приземлились. Я не знаю, насколько этот путь короткий, не короткий. Вот так. Вроде как куда-то едем. Мы же, я думаю, сейчас сразу приедем на место, правильно? Вот дорога. Прекрасно, да? Мы покатались и вернулись туда же, где были, что ли? Да что-то не похож. Не, не похож. О-хо-хо-хо-хо. Так, вот гнездо. Че ты мне фугас все время предлагаешь, игра? Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Ну да. Че вы там идете, нет? Отдыхай. Зараженная зона на ранчо Римвилл. Ну окей. Ну, вроде бы все. Сраные гнезда. Должно стать поспокойнее. Не, ну я столько на вас тратить, конечно, не готов. А вот с автомата я вас сейчас вполне себе почекрижу. Слышь, свали в туман, а? Я вот орду сваливал, и я сейчас очень быстро в чувство приведу. Отдыхай. Нет еще. Отдыхай. Хорошо. Так. А что это у нас там на карте бегает за? Угу. Здесь что?
Орда с курорта на горе Скот. Что за курорт на горе Скот? А это что? С озерной железной дороги? Я думаю, что... Ох ты, сколько тут. С вокзала чему-то. Ай, это крикуны эти. Вообще, ерунда какая-то. Эти крикуны. Давайте, наверное... А нам хватит топляка, чтобы доехать? Я просто топляка тут не вижу. Там заправка, это все замечательно. И сколько до нее бежать? До этой орды с железной. 606 метров. Вы слышите? Так, они где-то здесь, эти полоумные. Давайте, ладно. Проскочим сейчас туда. Так, вот эта белая, она мне что показывает? Скажите мне, пожалуйста. Это мне не надо. Я снимаю эту галку, и у нас засадный лагерь. Мы перемещаемся. Интересно, а там бензин будет? Ну, по идее, должен быть. 51% нормально. Так, а что, уже вечер, да? Ну, вот эти вот вечерние разборки... Офигеть! О! Ну прекрасно. Где эта мразь банши? Покажите мне банши, я ее сейчас порву. Где эта мразь? Ну-ка, Сент Джонс, садись-ка на моцак. У меня есть вопросы к банши, где она? Где банши? Вон она. Тварь. Вот и все. Какая мразь, а. Вы видели, как она опасно, опасно крикнула? Еще чуть-чуть, и мы померли бы. Здесь нету нигде топляка. Не, ну я, конечно, молодец, что вечером приехал с ордой отношения выяснять. Это прям вообще огонь. Прям так и надо. По ночам ездить с ордой отношения выяснять. Угу. Это способствует облегчению задачи, знаете, да? Ну я ничего не слышу. А вот на заправку я б мотанул. Или есть шумы какие-то? Вот это да! Вон она! Родная. Ну, я думаю, что надо сверху, да? Да, сверху. Вот так. Так, Сент-Джон, слезай. Сохраняемся. Сколько? Она большая? Ну что, посмотрим, что. Где она? Так. Сейчас ребятам в тыл зайдем.
Угу. Слабо. Погнали. Сколько их там сгорело? А, тут полоска есть, нормально. А почему у меня не пулемет? Скажите мне, пожалуйста. А у меня и патронов на него нету. Это все в мотоцикле. Давай, Сэн Джонс. Беги. Наша задача свинтить. Если мы сможем. Че, сгорел кто-нибудь? Так, уходим, уходим, уходим. Наши пупсики от нас решили отстать, но я все равно вас сожгу. Нет, на это я не буду на вас тратить патроны, пошли вы нафиг. Так, вот сейчас у меня... Ага. А теперь мне надо вернуться к мотоциклу, потому что там у меня... Но я, судя по всему, не вернусь, да. Так, где у меня тут где-то была эта какая-то стимулирующая микстура? Вот. Давай, Сент-Джонс, давай. Почему активно? Почему? Все. Готов. Ну что, они вроде как за нами опять же не побежали. Давайте так, чё. Да сдохни уже, ну. Где они? А, вот она. Она. Давай, гуляй. Столько патронов на тебя только потратил. Сейчас мы спустимся к Моцаку. Если получится. Это было очень неудобно. Где он? Так, они сейчас будут так по запчастям ходить, да? Иди сюда. Давай, давай, умри. Вот так. Иди сюда, туберкулезное недоразумение. Угу. Ладно. Как я патроны с мотоцикла не взял? Так, давайте вот это соберу. Горячевка. Слушайте, по-моему, их товарищи погибнут смертью храбрых, они сильно возражать не будут. Все. Так, они мне к Моцаку, по-моему, подойти уже не дадут. Я так думаю. Ладно. Хорошо, что это такое? Это мне не надо. Противопехотная мина. Пикнуть не успеют. Давайте. Угу. А ее можно снять? Это что, есть другая идея? Слушайте, мне к мотоциклу надо, я убить вас хочу, ну. Не дают, видите? А-а-а-а-а. Давайте сейчас вот так. А вот и мотоцикл. Так. Прекрасно. Прекрасно. Так, лошары, где они? Половина только, да?
Остальные где? Куда они пошли? Хм. Куда вы пошли? Я ж все равно вас найду. И порву. И сожгу. Как никто не сжег. Но прежде чем вас сжигать, я сейчас ваши уши соберу. Вот, прекрасно. И на заправку надо будет заехать. Что это за звуки? Жуть вообще лютая. Водище неспокойно ночами, да, неспокойно. Забрали. Теперь давайте я заправку отмечу. На заправку заеду, вот. 289 метров. Она же где-то там, да, была эта заправка. А вот и ночь. Пришла. Романтики нам ночной принесла. Сейчас я разберусь с Ордой. Игра, ну елки-палки, мне заправка нужна. Так. Это чему-то же, правильно? Да. Свали в туман, а. Ой, тут наверняка... Наверняка. Ага, надо заправиться. Интересно, они меня снесут во время кат-сцены? Это ж очень опасно, да, я сейчас делаю. Мне нравится. Опа. Это очень опасная заправка была. Иди отсюда. Да сдохни уже. И ты, давай, да, давай, отдыхай. Че ты вылез вообще? Альбинос. Я заправился? Так, где я заправился? Да, заправился. Все, едем. Дальше искать. Блин, я не ту кнопку нажал. Прекрасно. Да, эти клыкачи достали уже. Ну чё, мне кранты? Лечимся. Да я попаду по ним или нет? Капец вообще, бесилово. Потратил на что, непонятно. Это мне не нужно. Используем. И крафтим. Вот так. Клыкачи-бородачи. Так, где? Мотоцикл мой, дайте мне. Не ту кнопку нажал и все. И Сент Джонс перестал целиться. Залазь! Сохраняемся, едем Орду добивать. Ордешницу эту. Так. Угу. Давай. Сент Джонс. Ну. И будь редиской. Они слева, что ли? Ладно. Что, мне бежать, что ли, за мной будете? Ну, конечно, они не настолько отчаянные. Чтоб столько бежать. Как бы вас сверху сжечь? Вот я что хочу.
Так, мотоцикл шумит, понятно. Где они? Давайте. Сейчас попробуем как-то там пробраться. Справа они? Или слева? По-моему, они впереди. Где? Это они? Ну, это логово их. Правильно? Вылазь, Сент-Джонс. Где они? Алёши! Куда они делись? Да ну нет. Так это какие-то отдельные ордёныши, они не нужны мне. Здесь. Да, о! Ништяк. Сколько их там? Чё, никто не сгорел, что ли? Да не, неплохо, нормально. Я доволен, в принципе. Нет, сгорели, нормально. Ну чё у нас там по канону? Дыхание Орды, все дела, да? Давай, Сент-Джонс. Она большая. Ну как, тут фриков 150 где-то, не 100. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, она побольше, чем эти вот. Чё, промазал? Промазал. Так, ладно. Надо будет их как-нибудь... Так, что это у нас? Вот это что? Это манок. Сейчас я его... Давайте. Отвлекитесь, да. Угу. Так, и если... Но вот он не взял, что я сделаю? Сожгли? Сожжёг, сжёг, да. Угу. Плохо. Мне не понравилось. А, нет, они практически все сгорели. Попасть по мне хотел, да? А нет. Сент-Джонс, восстанавливай силёнки. Так, это я в трех деревьях заплутал, да. Ну давай, перезари. Нифига себе. Вы что, офонарели, что ли? Вас как-то много очень. Я на такое количество не рассчитывал, ну. Нет. Ну давай уже, боже, какое же здесь перегруженное меню. Ну чё? Манок еще один. Давайте еще один манок кинем, чё. Ну, давайте. А, все. Неплохо. До свидания, кукареш. Нормально. Манками, в принципе, можно. Ой, здорово. А ты откуда, с какого племени?
Чингачгук Дакота. Пойдемте. Ну все, чё, манком скопили их. Но смотрите, они не все бегут на мано. Какие-то, это видимо какая-то левая орда была. Все, прекрасное завершение вечера, я считаю, вообще. Бомки, бомбы манки, ну это чит, я считаю. Вот бомбы манки, это чит, это правда. Но это нужно, когда ситуация вообще выходит из-под контроля. Когда на последние полписечки, вот тогда это нормально. Это допустимо. Но никак иначе. Ладно, Сент-Джонс, пошли. А то ты выдохся, бедненький. Устал, устал, марафонец. Ну-ка, вот, хорошо. Уши, 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 уши. Пойдемте соберем тут вот эту братскую могилу. Вроде, ну, почти все собрали. Почти. Но она здесь побольше, по-моему. Все-таки, как мне кажется. Залазим. Что у нас тут по карте? Ну что, я тогда предлагаю вот сюда переместить. Нет, давайте к объекту исследования Нера подъедем и на этом серию закончим. Он тут недалеко, в принципе. Все это. Свали в туман, а. И не беси, сделай одолжение. О! Сколько тут ушей. Чудесно. Ну-ка. А, понятно. Интересно, что здесь? Очередной объект в горе, да? Видимо, да. Что за прикол? Пещеры эти. Пихать эти исследовательские лаборатории. Это здесь. Вон он. Ну пойдемте, что мы уж сюда пришли. Это нет смысла переносить на другой раз. Давайте послушаем. Регистратор, здрасте. Давайте, быстрее, быстрее. Он точно в отключке? Абсолютно точно. Капрал из Позита. Заметка номер 2002. Изучаю образец. 2002. Шатун, так их называют номады. Спасибо, Капрал, что держите нас в курсе местного диалекта. Субъект продолжает терять волосяной покров. Набирает массу в ускоренном темпе. Вес составляет около 400 килограмм, что на 20% больше предыдущего значения. Большой медведь. Это не медведь, Капрал. Уже нет. Отец на них охотился. Не здесь, в Северной Калифорнии. Он рассказал мне, где подстрелили самого большого черного медведя. Я весь внимание. Нью-Брансуик, 1972 год. Больше 1000 фунтов. То есть 500 килограмм. Раз уж это теперь часть моего отчета. Поверь, прежде чем мутация остановится, наш зверь того перерастет. Ладно, погнали отсюда, пока он не очухался. Я согласна. Но это те самые шатуны, а с это... которыми мы с вами отношения выясняли. Шатуны. Могли бы прибить его. Здоровье. Тогда он не пытался теперь нас сожрать. Ай. Нас уже игра ограничивает, друзья мои, видите, да? Мы с вами, короче, имбой становимся. Вообще. Так, что тут, боя нет, я надеюсь? Ну, по мнению игры, есть. Ладно, давайте отсюда свинтим. Свали в туман. Мне уехать надо, срочно, меня дела ждут. Но это, видимо, красная зона. Это вот игра понимает, как зона боевых действий, я так думаю. Но я могу, конечно, ошибаться. Давайте, сейчас переместимся. Да? Хорошо постреляли. Прямо от души. Слушайте, номадский лагерь вообще прям сползает не пойми куда. Где же бункер должен быть, да? А где же его этот бункер найдешь-то? Ёлки-палки. Да, не найдешь. Бункер, фиг его знает, где он. У меня не настолько хорошая память, чтобы это помнить. Угу.
Поэтому... Сейчас, наверное, к мотоциклу подойду, сохранимся. Да, пойдемте у мотоцикла, сохранимся. О, топляк есть. Ну ладно. Заберем... при записи следующей серии. Та-да-да-дан, та-да-да-дан, та-да-да-дан. Иум. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.